Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков заявил, что военная база США в населенном пункте Эд-Танф на иорданско-сирийской границе стала черной дорогой, через которую совершают вылазки мобильные группы боевиков террористической группировки «Исламское государство». Эд-Танф превратился в 100-километровую черную дыру на сирийской иорданской государственной границе. А вместо новой сирийской армии, как черти из табакерки, оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГ. При этом Коношенков напомнил, что база «Эдтанф» была размещена незаконно, а за полгода ее существования неизвестно ни об одной операции против террористов. Незаконное развертывание в апреле 2017 года данной военной базы США на сирийской иорданской границе публично оправдывалось необходимостью проведения операции против ИГИЛ. Однако за полгода существования этой базы неизвестно ни об одной операции американцев против ИГИЛ. Также официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что с продвижением сирийских войск на восток наличие военной базы США становится все большей проблемой, так как в последнее время атаки террористов проводятся из 50-километровой зоны вокруг американского объекта. Однако, по словам Коношенкова, нападение боевиков – не единственная проблема, возникшая в связи с появлением американцев на границе. Он напомнил, что в зоне безопасности рядом с базой находится лагерь беженцев «Рукбан». По самым минимальным оценкам, там сегодня находятся более 60 тысяч женщин и детей из Раки и дер эзора которым американцы не подпускают гуманитарные конвои ни от сирийского правительства, ни от Иордании, ни от ООН и других международных организаций. Более того, американцы фактически прикрываются беженцами. Коношенков заключил, что люди, проживающие в лагере Рукбан, на сегодняшний день являются по сути заложниками, а точнее живым щитом базы США.